Высокие технологии. Хай-тек. Лондонский музей науки открывает новую экспозицию. На этот раз публике предлагают взглянуть на сканеры. А сканеры, в свою очередь, вглядываются в лица публики и даже делают снимки. Вот, смотрите, это то, что называют сканом лица в формате 3D. Сканеры отнюдь не музейные экспонаты по своему первому предназначению. После того, как экспозиция закроется, они отправятся в больницы Лондона. Вы можете делать с этой аппаратурой практически все, кроме как вести словесный диалог. Лицо и структуру черепа можно видеть в любом измерении ракурсе. Фактически это гибрид сканера, консоли для видеоигр и серьезного медицинского инструмента, который предназначен порой для проведения сложнейших операций. Ученые, которые совместно с медиками разрабатывают методики и протоколы проведения хирургических операций, делают это прежде всего с целью улучшить положение тех, кто в результате аварии или иного инцидента получил лицевую травму и нуждается в масштабной пластической операции. Речь идет не только о восстановлении костей и хрящей черепа, но и кожного покрова. Нам важно знать морфологию лица досконально, поэтому мы снимаем все кожные слои, волосяной покров. Более того, мы сегодня можем добиться в техническом, но не в медицинском смысле, реконструкции лица. И даже добиться фамильного сходства. Речь идет не только о хирургическом вмешательстве для взрослых. Сканеры будут использованы и для того, чтобы проводить сложные пластические операции детям.